Итак, всем привет, ко мне пришла долгожданная посылочка. Это диагностический провод для BMW, КД-кан и переходник на 20-пиновый разъем. Данная посылка мне обошлась в 1000 рублей всего лишь. Я думаю, это смешная цена довольно-таки для такой нужной и полезной вещи. И вот, что у нас есть. Сам переходник. Такой вот. Так, и в отдельном пакетике у нас лежит сам провод и диск. Так, у диска у нас записаны две программы. Инпа разных версий. И сам провод КД-кан. Вот. С USB на OBD2 колодочку. Вот. Мы их соединяем, подключаемся в разъем под капотом. И уже с помощью инпы или других софтов можем считать все показания блоков управления авто.